Иди. Уже ты мне уже скажешь вообще, зачем ты меня сюда привел? Зачем? На, я тебе сейчас все расскажу. Я хочу знать, зачем ты привел меня сюда? Там еще вещи мои остались. Я уверен, что твой белобрысый друг заберет те вещи. Не называй его так. Зачем ты привел меня сюда? Чтобы познакомить тебя с тем мажором. Да нафиг мне твой мажор нужен? Да потому что он самый богатый и популярный. Он попросил, чтобы я тебя привел. Вот и все, я делаю свою работу. А ну стоять! Отпусти меня! Стэнли, я привел ее! Отпусти меня! О, это она, да? Да. Ладно, спасибо тебе большое, Чет, за работу. Да не за что. Можешь быть свободен. Спасибо. Удачи тебе повеселиться, детка. Что тебе надо? Кто ты такой? Зачем ты меня позвал? И ты меня еще сюда привел в какое-то неизвестное темное место? Зачем? Успокойся, я тебе сейчас все объясню. Значит, тебя зовут Джессика, да? Да, Джессика меня зовут. Оу, а ты правда ничего так. Слышишь ты, не смей. Где я нахожусь вообще? Ты находишься за городом, можно так сказать. За городом? Какого фига? Мне уже домой давно пора. Нет, 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 просто так ты домой не уйдешь. Почему не уйду? Да потому что я так сказал. Иди за мной. А, отпусти, еще один дурак, отпусти меня. За мной. Что тебе нужно от меня? А ну, залезай. Отпусти меня. Куда ты меня завел? Остынь, это моя машина. Ты еще и машину умеешь водить. А теперь сядь, и мы сейчас уедем. Ты доигралась. Уф. О, боже мой, вот стоило мне оказаться здесь. Зачем вообще пошла на это волейбольное поле? Надо было сразу идти домой. Замечательно, теперь я застряла в машине какого-то там незнакомца, который, не знаю, супер просто. О, боже мой, он меня еще и везет куда-то. Все, это точно конец света. Кошмар. Ужас. Куда он меня отвезет? Кошмар. Хоть телефон с собой взяла. Если что, хоть позвоню кому-нибудь, чтобы меня забрали отсюда, куда он меня привезет. Кто-то привез. Капец. Идем. Куда? Спокойно. Я ведь лишь просто хочу познакомиться с тобой, а ты так сопротивляешься. Ты привел меня сюда. Ты возомнил себя не знаю, каким-то маньяком и хочешь что-то убить? Да что ты так нервничаешь? Выходи из машины. Ужас. Где мы? В лесу? Какого фига ты меня еще и в лес завел среди ночи? Ну, во-первых, еще пока только сумерки. А во-вторых, это не такой уж и дремучий лес. Расскажи мне, пожалуйста, о себе. И я просто хочу познакомиться с тобой, дружить с тобой. Что тебе от меня нужно? Просто познакомься со мной, пожалуйста. Расскажи мне о себе. Что за звуки? Не бойся, я тебя защищу, если что. Какого фига ты меня привел сюда? Зачем все это? Зачем? Как тебя вообще зовут? Меня зовут Стэнли. Стэнли Ипкис. Стэнли Ипкис? Тебя зовут Джессика Ставлю, верно? Верно. Успокойся, что ты такая нервная? Я лишь просто хочу познакомиться. А я не хочу с тобой знакомиться. Усек?
Ладно, оставайся здесь и подумай над своим поведением. А, нет, стой! Забери меня, придурок! А, замечательно, просто прекрасно! Надо телефон достать. Алло? Сейдж, привет. Это я. Да, я Джессика. Послушай, ты можешь приехать сюда, в лес? Тут лес за городом, знаешь, который находится? Этот придурок меня отнес к кому-то другому придурку, а тот другой придурок со мной знакомиться собирается. Прикинь, я вообще поражена. Заберешь меня, да? Я не могу тут долго, здесь очень холодно и ужасные страшные звуки. Да, конечно. Да нет, я просто маме не хочу звонить, она перепугается еще за меня. А так я ей просто скажу, что я ходила к Конан в гости. Да, конечно, спасибо тебе большое. Да, давай, пока. Угу. Придется ждать. Странно было бы, если бы у меня телефона под рукой не оказалось. Что бы этот придурочный подумал бы, а? Боже, Джессика, кто привез тебя сюда? Наконец-то ты приехал. Да один тут нормальный появился. Боже, с тобой все в порядке? Да, все нормально. Давай садись, я тебя отвезу домой. Ага, я думала, ты на машине приедешь. У меня нет машины. О, понятно, тогда прости. Садись как-нибудь. Как? Хотя бы ко мне на спину. Слушай, ты забрал мои вещи? А! Эй, блин, ну не так же. А как еще? Да, забыл твои мои. Ладно, поехали уже.